Привет, меня зовут Марина, вы на канале Music Market, а мы снова в мастерской Jack Master в гостях у Кирилла. Привет. В прошлый раз мы меняли струны на акустической гитаре, а сегодня мы узнаем все тонкости замены струн на классике. Супер, поехали. Сегодня я вам расскажу о том, как поменять струны на классической гитаре. Для этого нам потребуется минимум инструмента и совсем чуть-чуть времени. Для того, чтобы снять струны, мы будем использовать вот такой вороток. Снимаем струны с колков. Теперь нам необходимо освободить струны с бриджа. После того, как мы сняли струны, нам необходимо обработать накладку лимонным маслом для того, чтобы предотвратить ее усыхание и растрескивание. Наносим масло на накладку. И после нанесения нам нужно выждать пару минут для того, чтобы масло впиталось. После того, как масло впиталось, нам излишки необходимо удалить салфеткой. Накладка обработана, и инструмент готов к установке струн. При установке струн на классическую гитару есть особенности их крепления на бридже и на колках. И сейчас я это покажу. Струну нам необходимо продеть в отверстие бриджа. Оставляем вот такой хвост. Далее загибаем вот таким образом. И делаем вот такую косичку. Оставшуюся часть струны просовываем в петельку. И плотно затягиваем на бридж. Устанавливаем следующую струну. То же самое. Продеваем в отверстие. Оставляем хвост. Сделали вот эту косичку. Продели. И оставшуюся часть от предыдущей струны просовываем вот таким образом. Когда мы ее затягиваем, эта струна у нас удерживает еще конец этой струны. И так проделываем с каждой последующей струной, заправляя хвост под следующую струну. Вот такой результат мы должны получить после того, как установили все струны. Оставшиеся хвосты, которые у нас остались, нам необходимо откусить. Все, переходим теперь на установку на колках. Нам необходимо продеть струну в отверстие колка. Оставшийся хвост поднимаем вверх. Вот таким образом перекидываем струны. Все, струна зафиксирована. Осталось ее только накрутить. И эту же процедуру проделываем со всеми струнами. Струны установлены, осталось только откусить хвосты. Мы установили струны на классической гитаре, осталось ее только настроить. У
нейлоновых струн есть особенность, что после установки на инструмент они сильно растягиваются, поэтому нам необходимо достаточно часто подстраивать инструмент, пока струны не придут в рабочее состояние. Теперь инструмент готов для виртуозной игры.